Всем привет! Хоккейная школа SD. Сегодня обучение убойного броска, версия 2.0. Погнали! У многих замечаем ошибки в броске. Надеюсь, это видео вам поможет решить вашу проблему. Есть много разных методик обучения броска. Именно это за 3 года мы выделили, что самое эффективное и самое быстрое именно на льду поймать хороший бросок в движении. Даже если у вас получается бросок, давайте начнем заново, чтобы вы поняли все аспекты броска. Становимся коньками напротив ворот, ноги согнуты, правая рука чуть вперед и клюшку ставим на пяточку. Наша задача — научиться раскручивать шайбу. Шайба на уровне носков. Бросили. Шайба должна дойти с пятки до носка. Полный путь. И движение делаем не вперед, а именно по диагонали. Подсекающее движение. После того, как освоили раскрутку шайбы, добавляем управление, добавление кистями. То есть также спереди, это пока еще не бросок, это просто подводящий, раскрутить и направить кистями. То есть кисти закрыть, добавить кистями, это называется. Наш крюк — это мушка. Куда мушку покажем, туда шайба у нас и полетит. То есть также раскручиваем, только уже кистями в конце добавляем. Шайба сбоку, раскручиваем и показали. Я сейчас показал крюк в левый угол, шайба у меня полетела влево. Показываю, раскручиваю первый этап и второй этап добавляем кистями. Как контролировать высоту броска? Если мы клюшку оставляем внизу, шайба полетит низом. Если мы клюшку запускаем вверх, шайба пойдет вверх. Часто ошибки, которые встречаются: правая рука прилеплена слишком сильно. Нет, правая рука должна быть на уровне пупка и вперед ее выдвинуть на 10 сантиметров. Когда начинают бросать, шайбу просто толкают вперед, а не раскручивают. Бросок будет намного сильнее, если, как показали, в раскрутке, если мы раскручиваем шайбу. У некоторых бывает ошибка именно в движении, что просто ее вперед направляют. Так она лететь слабо будет. Очень частая ошибка, когда люди начинают именно хлопками бросать, щелчками, это неправильно. Начните именно с раскрутки шайбы. Если вы почувствуете раскрутку, то дальше у вас пойдет все в развитие. И переходим к финальной стадии, это бросок именно в движении. Занимаем вот такую позицию. Руки отвели, вес тела на левую и правую ногу поставили по направлению к броску. Затем толкаемся на правую ногу, руки надо вывести вперед и затем бросить с раскруткой и показать кистями, куда мы бросаем, показать носочком. Должно получиться. Раз, два. Переносим вес тела с левой ноги на правую. После броска подержите баланс на правой ноге и покажите крюком, куда бросаете. Очень важный момент — именно поднять левую ногу. Когда мы бросаем, именно поднимайте левую ногу, чтобы автоматически вес тела перенесся на правую ногу и бросок был намного сильнее, потому что вес тела добавился в бросок. Обязательно толкаемся и на правой ноге зафиксировались. Эта методика позволяет исключить ошибки, такие как просто бросок руками, тоже неправильно, и именно в балансе, когда мы едем в игре, в движении,
Если мы научимся, то и в игре это для нас будет легко. В игре много разных ситуаций, и надо бросать иногда с правой ноги с одного угла, а иногда и с левой ноги, что мы сейчас и разберем. Как это учится и нарабатывается. Отводим назад, вес тела чуть-чуть перебрасываем на правую ногу, левую, на которой мы останемся, по направлению к воротам. Отвели, чуть-чуть неудобная стойка, но в обучении она подойдет. Толкаемся, едем, руки вперед и с раскруткой также посылаем. У большинства игроков неправильный перенос вес тела или вообще его нету, поэтому страдает сила броска и точность броска. То есть, если этот момент наработать, именно баланс на левой ноге, на правой ноге, то все пойдет лучше. Многие могут сказать, что это неправильная методика обучения броска, но сейчас все выходит на новый уровень и именно быстрее и проще понять те или другие моменты. С вами была школа Айсдэй. Пробуйте этот бросок именно на льду. Меня зовут Остап. Всем счастливо!